У нас на улице уже сильный мороз. Я утеплилась. Сейчас Борис будет вбивать лом. И мы немножечко притянем Аллочкину... как она называется, господи? Иву. Потому что ее обязательно надо притянуть. Иначе, когда будем жечь костер, она пострадает. А, мама-кошка, ага. У беседки сидит. Беседку-то мы закрыли. Сейчас покажу. Вон, видите? А в домик не идет. А домик там сделан. Слышите, как птицы в сосне стрекочут? У нас так лежит где-то кусками чуть-чуть снег. Трава замерзшая. Шапку я сегодня уже не надела, потому что эта шапка съезжает на глаза. Я вчера просто с ней измучилась, с этой шапкой. Ну, а сейчас будем притягивать Иву. Борис говорит, через 10 минут выйдешь. Ребят, не хотелось выходить на улицу, потому что очень холодно. Ну, прям вот неприятно холодно. Сейчас я вам покажу, что мы будем делать. Вот, видите, стоит бочка, а вот лежит хворост, который нужно будет сжечь, по чуть-чуть сжечь. Борис уже даже веревку обкрутил, вобьет. А, он уже даже вбил, ребят, вот. А я-то слепая вышла, вот. Останется только притянуть ее чуть-чуть, и все, чтобы она не пострадала от горячей бочки. Ой, ну вообще неприятно на улице, неприятно холодно, и вообще не хотелось выходить. И земля, вот я хожу, а земля уже такая замерзшая, сильно замерзшая, уже ходишь, и даже там, где вскопаны, ну уже вот не проваливаешься, уже все. Уже ночные морозы такие приличные. Ого-го, на улицу вообще выходить не хочется. Мне даже кажется... Ну, давай, давай, давай. Сейчас все, ребят, будем притягивать. А мне облом, да, надо вот здесь? Натяни ее, да. Я попробую. На максимум. Вот. Держи, сейчас я откручу вокруг. Держи, Лёш. Не порвется. А там надо было либо рукавички, либо тряпочки подложить. Ну ладно, как говорится, и так сойдет. Надо-то всего на один день, ты говоришь. Ну да, чтоб не спалить ее просто. Да, я поняла, все, натянула. Ну, все. Все, можно домой идти? Да. Ты когда будешь спалить, можно будет даже эти ветки чуть-чуть подстричь и накидать на розы. Подстричь их секатором. Ну, это я не знаю. Ты же не сегодня хочешь палить? Нет, завтра. Ага, завтра. Ну вот завтра я с секатором тоже выйду и прям на розы набросаю, и все. Потому что розы ветками надо укрывать, а тут они такие вроде и с листвой, вроде и пушистые, снег будут задерживать. Все, пойдем? Ну, иди, я сейчас... А молоток, молоток забрать? Я заберу. Стол? А, Борис говорит, сейчас пойдет стол задерживать. Он сегодня был в магазине, ходил через мост. И опять встретил молодого человека, с кем мы однажды разговорились. Такой приятный молодой человек, ему лет 25-27. И мы с ним сидели, с Борисом. И он мне говорит, однажды встретил мужика на кассе. Его кассир не хотел обслуживать без маски. Вот. И он и говорит, что я вам в наморднике буду ходить? Я что, мол, собака, что ли? Вы знаете, что-то меня как-то это... Как-то так неприятно меня это резануло. Может быть, вы, конечно, меня за это осудите, но у меня такие эмоции были, ребят. Потому что однажды, когда я тоже была в этом магазине, ну, я как-то... Мы же в маске все были. Вот, а этот молодой человек на кассе, он был без маски. И
Я ему говорю, вы меня извините, ради бога, нас тут так много ходит, вы не боитесь заразиться? А он мне говорит, боюсь. И я говорю, ну, а почему вы без маски? А он и говорит, у меня кардиостимулятор сердца. Вот, и тогда... Я когда это услышала, я потом очень долго думала на эту тему. И вот, когда встретили этого мужчину, который орал, кричал, стучал себя, знаете, как орангутанг в грудь кулаком и говорил, я, вы мое эго уничтожаете, я не хочу ходить в этих намордниках. И вот как-то два вот этих события у меня сошлись, и я, ребята, так расчувствовалась, так разнервничалась, и я подумала, ну, господи, чуть не выразилась, ну как ты можешь так говорить? Ну выйди на улицу и сними эту маску, ну сними. Ведь перед тобой молодой человек, ему лет 25, он не может носить эту маску, потому что кардиостимулятор сердца. Ну ты о нем подумай, а не о себе. Ведь если ты наденешь маску в магазине, ты не заразишь кассира, который тебя обслуживает. Он молодой, он красивый, он рад бы одеть, да он не может. А ты стучишь себя в грудь кулаком, я, мое эго. Удовлетвори ты свое эго тем, что ты убереги вот этого молодого человека от болезни. Надень маску, тебе сложно, выйди на улицу и там скинь маску, скинь, выбрось ее. Ну, здесь-то ты хоть, ну, хоть чуть-чуть подумай не о себе. Ну вот самую малость. Ой, я не могу, меня чувства начинают переполнять. И я про себя подумала, ты взрослый, ты сильный, а он молодой. Ему жить надо. Ну, сделай ты это не для себя и не для какого-то своего эго, а для него. Сделай ты это для него, чтобы у него все было хорошо. В общем, ребят, кошмар. Вот я уже второй день не перестаю об этом думать. Может, я не права? Нет, я не отношу себя к тем, кто за прививки, кто против прививок. Я не отношу. Просто вот в этой, в такой непростой ситуации, мне кажется, нужно думать не только о себе, несмотря на свое эго. Мое, я, только я пуп земли, йогурт без даты, хочется сказать. А вот он молодой, и он тоже пуп земли. Но он зависит от тебя и от твоего эго. Никто твое эго не пытается сделать меньше, не пытается сделать менее значительным. Мне кажется, мы должны оставаться людьми в нашей вот этой непростой ситуации. И, наверное, если каждый будет думать не только о себе и не будет бить себя в грудь кулаком, а думать о другом, наверное, все будет хорошо. Возможно, я не права. Возможно, со мной многие не согласятся. Наверняка сейчас начнут писать мерзопакостные комментарии. Ну, это я так думаю. Не очень молодая. И тоже нахожусь со всеми нами в одной лодке. И я, и моя мама, и Борис. Ладно. Мне очень хотелось это вам сказать. И не потому, что я такая крутая, а потому что каждый сейчас ждет, ищет выход и хочет, чтобы все это быстрее закончилось. Ага, потому что холодно. Я уже собралась идти в дом. Вчера, мне кажется, я немножечко простыла, потому что проснулась с насморком, когда мы закрывали беседку. Так что очень долго мы этим занимались. Ну, а быстрее никак не получилось бы. Я плюс еще поломала кустики. И дополнительно укрыла роза. Поэтому сегодня, как говорится, носопырка чуток подтекает. Твой золотой гуляет. Я по тебе.
Ах, ты про меня! Ой, ой, мне что-то не верится. Мы гуляем, Женя тоже вышла. Мама раззанавесила окно, видимо, когда-то выглядывала в окошечко. Ну, а может, уже и проснулась. Мы вышли-то буквально 5 минут прошло. Подышать воздухом. Но вчера эта шапка действовала мне на нервы. Я только наклонюсь, она падает. Я только наклонюсь, она падает. Надо присмотреть куртку большего размера. Ну, размер может быть 50. Я не знаю, даже может 56-го. Для того, чтобы здесь заниматься делами в прохладную погоду. А то у меня нет курток таких теплых, зимних здесь. Так вот поукрывала розы вчера. Я раньше укрывала розы и дуги не ставила. Я дуги вот ставила только в прошлом году. В этом году я решила дуги не ставить. Пускай будет так. И, как я уже сказала, завтра еще... Ой, а вот у меня же еще стоит осенний астрид. Мне ее тоже надо обрезать и положить на грядки. Видите, мороз какой? Земля замерзла, а снега нет. Да, на улице хорошо, свежо, но боюсь, как бы мне совсем не простыть окончательно. Пойду-ка я домой. Оборез Женю потом запустит. У меня здесь есть валенки. Теплые-теплые. Мне кажется, их уже пора надевать. Еще мне хочется заказать очень теплый костюм с начесом на Озон или на Валберес. А вот и Женька идет. Пойдем, моя радость. В доме тепло. О, умное животное. Сразу раз и в дом. Да, что-то сегодня я подмерзаю. Нет, в доме тепло. Я хожу в футболке с коротким рукавом. Вы там просите... Сейчас, ребята. Вы там просите рассказать, как дом стал теплее или нет. Дом такой же. Точно такой же, как он и был ранее, только уже... Да, да, Женя уже пришла. Только не дует нигде в щели. Дом такой же теплый. Не, мамулька не вставала. Спит. Замерзла, нос даже красный. Что-то я хожу, ребята, кручусь. Сейчас я возьму камеру. Чтоб мне ее установить, Борис будет собирать стол. Ой, и правда, нос красный. Надо же, какой. Красный нос. Борис будет собирать стол, а тот старый стол мы соберем и поставим внизу, где он стоял раньше, под вешалкой. Вон там, на первом этаже. Вот. Ой, мне еще матрас надо выбросить. Старый, с этого старенького диванчика. Я так рада, что в свое время приобрела эту стойку. У меня здесь умещаются орхидеи, которые уже цветут. Ну, вы не любите орхидеи. Ну, вдруг кто-то любит. У меня зацвел Magic Art. И вот там на заднем плане Сога Юкидан. Борис уже на втором этаже и начал собирать столик. Ты же говорил, инструкция для слабаков. Да. Ну? Ну, я так, одним глазком. Так, ладно, посмотрим, что у него получится. Пойду впущу Женю, потому что она у меня гулять ушла. Ой, ребята, что-то как-то кургуза получилось, мне кажется. Борис поставил сюда стол. Ну, что-то, мне кажется, кургуза очень, да? Я так привыкла, что здесь стоит большой стол. В общем, это вот так вот как-то смотрится издалека. А, может, и ничего, что здесь вот столько воздуха. Знаете, что-то... Что-то не то, мне кажется. Прям вот клянусь, что-то не то. Так, колесики. Колесики – это хорошо. Так, столик. Что-то он кривоват, по-моему. А, Борис сказал, еще отрегулировать по высоте его надо. Но так-то, в принципе, и ничего. Так, в принципе, и ничего. Ну, здесь, конечно, место только для одного человека. Так, вот эту вот сторону надо немножечко опустить. Она как-то приподнята вверх. Но зато стол регулируется по высоте. Вот, вот так, наверное, да? Сейчас я закреплю.
Я прищурила один глаз, чтобы посмотреть, нормально будет по высоте или нет. А, ну и закрепить надо, конечно. Не закреплено. Еще чуть-чуть опустить. Ну, я все-таки по своей первой профессии конструктор, поэтому сразу могу определить, так что-то или что-то не так. Так, я потом попрошу Бориса, он затянет. Ну, теперь глаз-алмаз. Вот так, сесть. Ну, в общем, вот так. Все, да. Облокотиться. Ну, стол, да, немножко такой подвижный, я бы сказала. Но он никуда не денется. Можно к себе приблизить. Вы знаете, хочется, чтобы он был все-таки побольше. Чтобы это было как-то вот так. Что-то я, наверное, промахнулась немножко. Ну ладно, пускай будет так. Может быть, надо привыкнуть. Он подвижный, да, но он крепкий. Он все равно, он крепкий. Ну и пол, конечно, у нас тут неровный. Вот. Знаете, все-таки, наверное, журнальный стол с первого этажа был бы лучше. Или просто я привыкла к такому огромному столу. Или надо было брать не 60, а 80, вот пошире. А может быть и ничего, может быть и наоборот. Ну, в общем, как-то вот так. Ладно, ладно, присмотримся, если что... Закажу другой. Нет, ну, в общем-то, так, в принципе, неплохо. Только вот привыкла к большому, что здесь большой стол. Может быть, это всего лишь сила привычки. Как-то пока я... Очень сложно выразить. Пока я не понимаю. Диван удобен. Сразу могу сказать, диван удобен. А вот стол, мне кажется, он маловат. Ладно. Пускай будет пока так. Я решила снять еще на телефон. Но вы знаете, в принципе, зато просторно. Стоял огромный кухонный стол. Ну, это я начинаю рассуждать. И был он очень большой. А вот сейчас вроде как, да, для одного человека. Нет, я думаю, что нормально. Я думаю, нормально. Получился уютный уголок, не заставленный. Нормальный, свободный уголок. Алла мне посоветовала убирать ноутбук с этого стола, и тогда все будет намного лучше. Вот я сюда положила ноутбук. Вот так вот смотрится подальше. Ну, вот тут в уголочке еще стоит стол, мы его с Борисом не уносили. Ну, и, конечно, провода надо убрать. Сказала я Алле, чтобы она посмотрела там коврик. Алла говорит, размеры нужны. Я обязательно замерю, и будет здесь лежать другой коврик. Обязательно она купит и привезет. И тогда, я думаю, все будет хорошо. А так, ребята, очень даже неплохо. Так, хотела сказать, что столешница этого столика, это считается прикроватный столик, компьютерный. Такой, вот смотрите, какая столешница. Вот смотрите, видите? Вот мой палец, и вот какая столешница. Столешница могла бы быть и потолще. Так, дальше поехали. Вот здесь он такой. У него есть перекладина. Железки. Не знаю, как это называется. Колесики со стопором, видите? Ну, я знаю, что у меня тут, да, у меня тут пол. Не такой, какой хотелось бы, но колесики со стопором. Так, как бы это показать? Сейчас я его отодвину чуть-чуть. И прекрасно отодвигается. Вот, колесики со стопором. Ну да, немножко пыль на ковре. Так, разворачиваем. Вот здесь достаточно такая толстая труба. Входит в прямоугольный, то ли это профиль, ну, прямоугольная труба, наверное. Высота регулируется двумя барашками.
Вот один барашек, вот второй барашек. Так, что там? Вот такие две трубы, на которых держится столешница на винтах. Все четыре колесика с тормозом. Если что, раз, застопорил и все. И вот никуда не денется. Вот. Это если вдруг кому там как прикроватный столик этот нужен. А так, ну, конечно же, он мобилен. Конечно, он удобен. Он не тяжелый. Он легкий. Ну, вот у меня еще и пол неровный. Вот. Надо будет здесь пропылесосить. А то прям снимаю, прям, ребят, неудобно. Ну ладно, это же не обзор, правда? Вот, хороший, нормальный. И качается он за счет того, что у меня неровный пол здесь. Видите, он ездит как. Еще и ковер неровно положили. Но так нормально. Вот такой вот стол. Долго выбирали, но он не совсем дешевый, прям скажем. Но и недорогой. Средней цены. Мне понравился. Ну вот, я перевернула стол, чтобы посмотреть, как он здесь крепится. Ну, Борис здесь тоже еще не протирал, тоже пыльно. Вот, ребята, как он тут крепится на винтах. Раз, и вот здесь два. Ну, это... А, да, чуть-чуть. Нет, это не покорябано. Это, наверное, можно будет... Да, это отмывается. Так, вот. Вот так вот винтами он тут крепится. Но столешница, конечно, прям можно сказать, что вот, ну, очень маленькая. Но, ребята, сейчас я вам покажу, что у меня еще есть. Потому что если вдруг что-то случится с этой... Он наилегчайший. Вот его просто можно поднять одной рукой. Вот я его поднимаю одной рукой. Он очень легкий. Сейчас покажу, что можно использовать, если с этой столешницей что-то случится. Потому что она тонковатая. Много раз вы замечали, что у меня стоит вот здесь какой-то щит, да? Ребята, это не щит. Это раньше был стол. Этому столу очень много лет. Нижняя часть, такая вот она, буковкой Х, она потерялась. А здесь мы столешницу эту ставили, чтобы потом вот так вот ее перегородить, чтобы Женя не лазила на второй этаж, не беспокоила Диму, девочек, когда они бывают тут. Эта столешница толстая по сравнению с той, которая на столе. Сейчас я ее положу на стол и покажу вам. Мы ей как загородкой пользуемся уже много времени. Сейчас я ее для съемок не протирала. Вот, ребят, смотрите. Смотрите, насколько эта столешница больше. Ну, как раз на 20 сантиметров, да? Смотрите. И ее всегда можно будет прикрутить. По ширине она точно такая же 40. Точно такая, один в один. Вот я ее даже положила сверху. Просто мне Наташа говорит, давай сдадим и давай возьмем другой. А смысл? Тот другой точно с такой малюсенькой столешницей. Ну, я имею в виду тонюсенькой столешницей. И посмотрите, вот я наклоняю, придерживая столешницу. Смотрите, сколько это готовая столешница, которая обрамлена вот такой вот пластиковой лентой толще. Ребята, в два раза толще. Представляете? Так что, если что, всегда вот эту столешницу, я подальше отодвинула, вот эту столешницу можно будет прикрепить к этому столику. Всегда. Вот. Потому что с той стороны у нее ни одного отверстия. Она ложилась на станину, которая была у нее, просто сверху. Ну что, по-моему, это шикарный выход, если что, правда?